Я вас приветствую, с вами Фимета, и в сегодняшнем видосе я сделал одну очень интересную вещь. Вот как вы можете заметить, у меня 1429 фрагментов. И как вы думаете, в кого же я волью их? Давайте для начала посмотрим, что у меня тут по персонажам, по уровню точнее. Я могу качнуть какого-нибудь Ноланда в теории, или же Эсхоука, или же кого-то из этих персонажей, но нет. Может быть, я хочу качнуть кого-то из иксов. Роджера на 6 звезд. Или же Лучи на 6 звезд. Может быть, даже какого-нибудь Кайда или Локида. Но нет, все гораздо, гораздо интереснее. Все гораздо интереснее. А вот это я интригант, конечно, жесткий. Ну, короче, опускаемся ниже. Ниже. У рабов меты сейчас просто становится сердце. Они подумают, куда ты крутишь, чел. Ниже только слабые старые персонажи. Нет, остановись. Нет, я буду крутить. И еще ниже. И ниже. И даже не море. Вы прикиньте. Нет, не море. И даже не Инель Амару. Нет, не Нелли Амару, я хотел его сделать, но в последний момент передумал и все-таки остановился на... Где он? Вот он. В принципе, наверное, кто-то из вас знал, что я качну именно его. Потому что я об этом говорил на стримах. В видосах вроде как тоже упоминал, но, в общем, погнали. 1392 фрагмента до Флетча, как вам такое? Нормально, да? Просто зачем я это сделал? А я вам не скажу. Сами догадывайтесь. Сами думайте и гадайте. Красота какая. Хуяк. Сразу плюс 2 бустика. Ачивка. Но ачивки на флаге у меня все еще нет, поэтому это будет гринд такой небольшой, 7 флагов нужно будет взять. Но я думаю, что я это сделаю, потому что даже на том же Снейкмане я это сделал. А Снейкман это вообще не раннер, как мы знаем. Поэтому думаю, что на дофле мне не составит большого труда делать это. Уф, красота-то какая. Ляпота. Так, сколько он дает, интересно, процентов, если... Кого еще тут можно поставить? 172%, нормально, да? Правда, тут толкового нету раннера полностью, но тоже неплохо, 172, так, чисто для красоты, почему бы нет? А, здесь еще урок, а вместо урока можно кого-то еще поставить. Нет, он же в саппорте, блин. А засунуть-то больше некого. А хотя нет, подождите, есть чоппер. Так. Тут изменится 172. О, ну вот, кстати. 172% саппорт. Нормально. Ну ладно, мы-то пришли, чтобы дофлу поставить, поэтому давайте поставим дофлу. Раннерский тег тогда уж нужно. Так, ну все, я поставил вайпера. В общем, такой вот небольшой видос получился. Ну а гриндить его ачивку я буду, наверное, в следующем видосе, который буду записывать, наверное, буквально прямо сейчас. Поэтому да. Следите, так скажем. Всем спасибо за просмотр. С вами был Фимета, и всем пока.